В рамках юбилея города 12 февраля стартовал конкурс «Нефтекамск. Город счастливых людей». Он будет проходить до 25 июня нынешнего года. В конкурсе могут участвовать все непрофессиональные фотографы. Мы ждем работы в историко-краеведческом музее в оформленном виде, то есть в рамке. Формат работ может быть А1, А2, А3. Все работы, принявшие участие в этом конкурсе, будут выставлены в выставочных залах историко-краеведческого музея в августе нынешнего года.